Если передержать окислитель, волосы могут отвалиться ровно там, где они накрашены. Ты об этом знала? Да, я буду виновата еще. О, нельзя! Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале. Сегодня снимаю новое видео, кстати. Что если я подстригусь под каре? Ладно, сегодня не об этом. Короче, я реально придумала такую идею, она очень прикольная. Я на самом деле думала очень много раз над тем, чтобы покрасить свои волосы. Но когда-то у меня такой опыт был, и возвращать их в свой цвет очень сложно, потому что цвет, который вы сейчас видите, это совершенно не мой. Мой он намного темнее, и все вот эти дела. В общем, суть не в этом. Суть в том, что сегодня я сделаю вид, я сделаю все максимально правдоподобно, будто я крашу свои волосы в белый цвет. Просто осветляю, делаю блонд и все. И это будет круто, потому что я просто переживаю по поводу того, что будет, когда моя мама увидит это. Это должно быть реально очень жестко и круто. В общем, сейчас покажу все, что я подготовила. Что у меня здесь есть? У меня здесь есть кисточка, я просто не нашла обычную, которая красит волосы. Ну, я думаю, это подойдет. Дальше, у меня есть суперраствор. Чтобы вы понимали, из чего он сделан. Он сделан из муки, кофе и воды, ребят. Посмотрите, он максимально правдоподобный, потому что вот краски обычно, ну, они такого цвета бывают. Просто посмотрите, какая у него консистенция. Прям вообще классная. Вот реально консистенция краски. И это я буду наносить на свои волосы. Они потом будут пахнуть. Здесь у меня есть расческа, все вот это дела. И я уже подготовила много листов вот таких вот фольги. Что я придумала? Я прямо сейчас пойду намочу свои волосы хорошенечко и начну заматывать в фольгу, потому что если я покрашу все волосы, то этого может быть незаметно. То есть я могу начать красить, а потом, когда придет мама, при маме начать красить именно краской, и это будет очень круто. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео до конца, сейчас будет круто. Я пошла сейчас, смотрите, видите, мои волосы классные, да, смотрите. Я выгляжу на самом деле очень странно, и такое ощущение, будто у меня просто грязные волосы, но я их просто намочила. Также я взяла полотенце, я думаю, вы знаете, то, что так обычно красят волосы и все эти дела. Короче, погнали заворачивать. Я начну с задних прядей и буду смотреть параллельно в зеркало, чтобы смотреть, в принципе, как это смотрится. На самом деле, я не особо знаю, как их заворачивать. Я попробую. В принципе, достаточно правдоподобно, просто оно не особо держится, я вот так вот ее делаю. В общем, погнали делать. Короче, ребят, мне кажется, мне классно получается. У меня осталась одна прядка, которую я, собственно, покрашу этой вот краской. На самом деле, у меня получается, ну, не то чтобы, ну, как бы немного кривовато, но, в принципе, очень даже похоже. Я вот эту вот прядь заматывать не буду, пух, я начинаю ее красить. О, да, ребята. Лиза, мы же договаривались выжить. Что ты делаешь? Что ты... Что? Что ты делаешь? Я крашу волосы, мама. Как ты красишь волосы? Блин, что ты делаешь? Что ты... Зачем ты это делаешь? Я крашу волосы блондинкой. Какую блондинку? Мам, я хочу быть блондинкой. Тотик, миленькая моя, Тотик, да давай снимай быстро. Нет, мама, нет, мам. Давай снимай бегунка за блондинку. Я держу уже 30 минут, ничего не изменится. Мам, как я 30 минут? Я решила. Мы же договаривались. Мне надо накрасить. Да не крась, Тотя, пожалуйста. Ну можно накрасить. Ты же пятнами будешь. Мам, не надо уже накрасить. Лиза, на палки. Можешь, пожалуйста, помочь? Мне же не получается, мам, пожалуйста. Да ну, Лиза, ну ты что, не понимаешь, что мы... Ну лучше прокрашивай, вдруг она не прокрасится. Да ну, Лиза, ну ёлки-моталки, ну ты что, не понимаешь, что... Давай еще сильнее. Лиза. Ну захотелось не стать блондинкой. Ну как это захотелось? Ну мы же договаривались обсуждать это, Тотя. Да что, мы договаривались по поводу бровей. Да что им с этим делать теперь? Что, там жить, меньше. Мам? Ну посмотри, вот здесь вообще пустые волосы. Мам, вообще, я красила очень даже аккуратно. По лайфхакам из Ютуба, мам. По лайфхакам, Тотя. Ты же знаешь, что лайфхаки это не твое. Держи ровно. Можешь еще туда добавить? Лизуня. И что с этим делать? Я хочу быть блондинкой. Что? Я понимаю, что ты хочешь. Посмотри, как я волосы себе испортила обычным милированием. Видишь, Тотя? Я милирование тоже сделала, ничего мне не распилила. Лиз, вот. Ты понимаешь, что сейчас карантин, что сейчас ничем это не исправишь, я что это не перекрасишь. Ну как тебе пришло так в голову? Так мне будет нравиться, это? Я тебе... Стой, надо замотать, подожди, помоги мне, пожалуйста. Не хочу, я выможу сейчас, не хочу, Лиза.
Ай, что ты делаешь? У тебя вон штаны вымазываются. Да, я буду виновата еще у тебя, что не прокрашено. Надо хорошо. Если передержать окислитель, волосы могут отвалиться ровно там, где они накрашены. Ты об этом знала? На краске что? Ну как вот, перегореть просто. Волосы выпаливаются. Блондинку, когда красишься, это выпаливаешь свой пигмент, цвет. То есть волосы обесцвечиваются, чтобы стать в блондинку. Понимаешь? Это самая дешевая краска. А вообще. Что сделать, если было написано держать 15, а я уже держу 15? Бегом смывать! Просто кидай все и бегом смывать. А что если... А эту надо оставить, подержать? Ну оставь одну, остальные смывать. Ты понимаешь, если у тебя останется только вот эти волосы, Я забыла прокрасить, это самое главное, мама. Лиз, ну а теперь там держать будешь. Лиз, ну неужели было сложно? Да не... О, господи, что... Лиза, что ты делаешь? Ну, подожди, надо быстрее прокрасить. Ой, мамочки, дорогая. Надо прокрасить. Да, ну течет на тебя. Да ну что ты делаешь? Прокрасить меня, быстрее, пожалуйста. Просто прокрась быстрее, я тебя прошу, да быстрее, кисточка. Просто крась. Ну, Лиз, я прошу, не делай, ну, пожалуйста. Надо прокрасить корни, это самое главное, Я тебе обещаю, мы поедем к нормальному парикмахеру, я найду кого-нибудь, кто работает. И ты разрешаешь мне делать просто стать блондинкой или что, мам? Нет, не разрешаю. Поэтому я делаю сейчас. Котик, сколько тебе лет? Объясни мне. Сколько? Объясни, сколько? Ну неужели нельзя было подождать месяц? Месяц. Ну а сколько мне еще? Я месяц жду уже. Ну еще месяц, подожди. Мама, тебе 14 лет, ты выросла с этими волосами, 4,5 лет. Неужели нельзя было подождать еще один месяц и пойти к специалисту? Мам, ну я захотела стать просто, мне за... Ай, блин, ай, она течет, 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 мам, помогай. Чем я тебя вытру? Ну чем мне тебя вытереть? Она на щеке, мама, она на лбу, она на брови. Мама, она не стирается. Она чуть-чуть остается цвет. Ой, лицо. Вот это пятнами такое будет. Она как проявится краска. Дося, ты себе не представляешь. Она будет столько, сколько на волосах. Ты, пожалуйста, на лице. Я могу тебе помочь. Давай. Только когда ты это все снимешь, высушишь волосы, мы пойдем к парикмахеру, понимаешь? А хорошо, как тебе с этим... Лиза, надо задние пряди снимать и мыть волосы немедленно. Давай просто вот так бросай все и иди. Мама, ну блин. Ты не понимаешь, ты быстро в ванную. Бегом, просто встала и пошла. Бегом. Будешь снимать? Давай, бег быстро. Ты понимаешь, что у тебя только там будет теперь пятно, что ты ржешь? У тебя только здесь будет покрашенная точка. Кошечки. Ты понимаешь, что у тебя только впереди будет или не понимаешь, котик, что ты делаешь? О, нельзя! Что? Нельзя! Что ты делаешь? Понятно. Кофе! Юлиска! Ух ты, меня напугала вообще! Мама, это не кофе! Это не краска? Да нет, конечно! Стала бы это я маска кофе или что это? Мама, это просто кофе! Просто кофе с водой. Чтобы цвет был коричневый или что? Мам, что? Я бы не стала краситься, ты чё? Прости, ты меня развела? Прости, пожалуйста, мам. Блин. Стой, я грязная, аккуратно, пожалуйста, я очень грязная. Ты меня развела, Лиза. Стой, вытри, вот вытирай. Ты меня развела. Вот я бы хотела на тебя посмотреть, если бы вот эта краска покрасилась. Лиз, пожалуйста. Блин, оно все на моем лице. Никогда не крася в белый цвет, я прошу тебя. Ну все на мое лице. Так бегом смывай это, у тебя от кофе покрасится. Кофе? От кофе покрасится, конечно. Мамские делают кофейные. Все, поняла. Скажи, погода. Ай! Погода, что ли? Секунд. Да, не слушай. Не спи. Что? Да не перемешивай чистые волосы и грязные. Сейчас как слипнется у тебя все. Короче, поигралась, играйся дальше. Ну, смешно было. Ребят, вот такой вот пранк был, на самом деле, мне очень понравилось, потому что это было максимально странно, на самом деле, я немного переживала за то, что будет с моими волосами, я вроде бы отмыла, я мыла их, боже, я их мыла 3 раза, только потом они отмылись, ребят. Короче, я надеюсь, что мои волосы не будут пахнуть кофе, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании, всех сильно люблю, пока.